На ремонт орловских дорог выделено дополнительное финансирование. Свыше 900 миллионов рублей направлено на строительство и реконструкцию 25 километров автомобильных трасс в Колпнянском, Сосковском и Шаблыкинском районах, более 6 километров в областной столице, а также на строительство моста между деревнями Касьяновка и Тайное в Орловском муниципальном округе, сообщается на портале нашей области. Это средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Шаблыкинском районе отремонтировали автодорогу общего пользования регионального значения горки Шаблыкина протяженностью более 13 километров. Эта трасса не обновлялась с 90-х годов. Новый асфальт появился и на центральной поселковой дороге. Она пересекает весь населенный пункт. Порядка 64 миллионов рублей было выделено на ремонт этого участка. Из областного бюджета выделяется субсидия на ремонт дорог местного значения. За последний период времени было отремонтировано порядка 11 километров дорог. В этом году у нас 5 улиц ремонтируются. В рамках нацпроекта «Жилье. Городская среда» продолжается благоустройство дворов. За последние годы в Шаблыкинском районе отремонтировали 7 таких территорий. Работы не ограничиваются асфальтированием. Так, на улице Тургенева появилась новая детская площадка. Всего на территории нашего региона, начиная с 2019 года, уже обновили 160 общественных пространств и 613 дворовых территорий.